Всем привет, меня зовут Артур. Сегодня будем экспериментировать с изготовлением печатной платы. Будем это делать с помощью скотча. Никогда не пробовал раньше, поэтому самому интересно. Небольшое предисловие. В одном из предыдущих видео я делал антенку диполь на куске текстолита. Сейчас мне нужно сделать еще одну такую. Почему текстолит? Ну, потому что с текстолитом получается точнее контролировать угол усиков и удобно крепить антенку на двухстороннем скотче или липучке к плоской поверхности. Плата проста до безобразия. Не требует точности, поэтому мне влом было делать ее методом лута или накатывать фоторезист. Решил попробовать более простой способ и вырезать скальпелем дорожки по линейке на скотче и посмотреть, выдержит ли он водные процедуры. Как вы уже заметили, я уже заранее наклеил скотч. Как оказалось, выбрал я не самый удачный вариант. Клеевой слой легко отделяется от лавсановой пленки. Для переноса рисунка я использовал распечатку на прозрачной пленке с прошлого раза. Прорезал дорожки и получился трафарет. Далее все просто. Прорезаем, убираем лишний скотч и травим. Для травления я теперь использую персульфат натрия. Уже второй раз. Первый раз я использовал для разбавления горячую воду, а в этот раз протупил и разбавил холодной. Из-за этого порошок очень плохо растворился и пришлось болтать его повторно. Травилось около получаса. Сейчас уберем остатки скотча и посмотрим. Получилось вполне нормально. Такого результата я и ожидал. В общем, метод вполне рабочий, и его можно использовать для очень простых платок с широкими дорожками. Спасибо за просмотр. Всем пока.